Hey yo guys, с вами Шумик, и мы продолжаем проходить игру по названию Club Xperia Case 23. В прошлой серии мы закончили с вами офис, а мы открыли в потолке с помощью вентилятора портал и тэпнули сюда, как я понял. Здесь у нас комната с дохерищами всяких головоломок. Вот здесь только просто посмотрите, уже сразу видно 12 головоломок. Ну а давайте начнем тогда отсюда. Так, ну это ладно, это мозаика. Первой мозаики это самое легко, потому что нужно делать сначала все сверху. Ну, типа, знаешь, боковые вот эти. Так, тихо. Мисклик, оп, так, тихо, оп, так, так. Так. Это, честно, вот, вообще вот, делать такие херовины, это легко. Теперь просто по полу мы ориентируемся, и все, и выравниваем середину. Вот у нас, так, женщина, и здесь меняем до горы, готово. Она что смотрит, рассматривает. Ладно, что здесь у нас? Ага. Снизу подсказках, окей. Не, ну это такое, знаете, вот это должно быть сбоку уже сразу видно. Дети вот эти должны быть внизу. Так, 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 так. А, супер головоломки. Ой, это будет, поверьте, не очень легко для меня. Ну и не скажу, что очень сложно. Главное словить вот эту золотую середину и по ней делать. Так. Вот так, да, должно быть. И ребенок снизу. Так, готова одна часть. Вот это должно быть сбоку, сверху. Как-то... не в смысле? Серьезно? В смысле? Я ж... ё-моё. Низ не подходит. Видите ли? Черт, это сколько я мучился делать низ и неправильно. Да. А как тогда правильно? Я рассчитывал, что это было правильно. Ладно, верхний трое. Ух, теперь я в такой жопе, поверьте, которой не разгребсти. Так. Так же? Снова не так. Ладно, это правильно, это правильно, хорошо. Так, здесь идет у нас... Я немножко не могу понять. Ребенок. Это сюда нужно. Ладно, я понял. Теперь я понял. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так. Так, 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 так. Нет, я не понял. Так, теперь вот это сюда. Надеюсь, мне не нужно будет цеплять уту. Так, готово. Готово. И вниз. Что не так?
Ага. Да. Да. Все-таки все было правильно. Хорошо. Заменяем все обратно. Теперь по-другому. Так, так, так. Так, ребенок, где мой? Так, 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 так. Ага. Теперь что-то более-менее похожее. Теперь делаем снизу. Вот эту херь мне нужно поменять сюда. Это вот так будет. И этот сюда. Хорошо. Теперь этот вниз, а этот наверх. Да, сложно. Значит, здесь будет пустота у меня все-таки. И вон там, где куб. Головоломки, чего вы такие сложные? Я вернулся к тому же, где я остановился. Так, все, смотрите, оп-оп-оп-оп. Просто по кругу делаю. Так, этот есть. А как мне тогда сделать? Картины тогда не по-другому делается. Девку эту сюда, да? Но эти тогда не совпадают. Хорошо, давайте наоборот. Сложно. Так, сюда, 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 сюда. Так, 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 так. Так, она дерется с этим рыцарем. Так, сюда, сюда, сюда. Вот так. Нет, ни хера не так. Так, хорошо. Значит, теперь вот так. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, почти идеально. Все. Неужели? Готово. Все сделано. Теперь я могу получить. Спасибо. Он так на него смотрит. Все, он мой. Фу! Один квадрат есть. Хорошо, что у меня здесь? Глаз. Цифры какие-то снова. 148. У меня есть глаз. Крест. Злое лицо, открытый рот. Злое лицо. Хорошо, язык, глаз. Потом орел. Это сюда, да, глаз? Так, потом снова открытое лицо. Закрытое это. Алмаз. Ракушка. Хорошо, здесь закончил. Сюда куб нужен. Окей. Фух, поехали. Ну, мне здесь кажется... Ага. Здесь намного проще по версии. Думал я. В скобочках так оно и есть. Готово. Ключ. Так, это птицы дайте сюда. Ключик, хорошо. Что здесь у меня?
Какие-то регуляторы. Сюда идем. Есть ракушка. Масло. Пароль. Пароль 148. 148. Кусок картины. Так, снова головоломки. Хорошо, все, больше мне ничего нету. Сюда. Так. Ладно, это я не понял, что такое. И изи. Вообще легко. Так, ключик. А, чернила. Так, что мне? Сердце? Сердце, сердце, сердце. Окей. Сердце сюда. Ножницы. Вот это я не пойму. Что это? Что это? А, типа, нужно отрегулировать. Окей, тогда это самый верх, а это сюда. Готово. Теперь картина. Так, сюда и сюда. Это, кажется, картина снова Ван Гога. Так, у меня есть масло какое-то, ножницы. А, поджечь. О, ломается. О, уничтожаем, короче, стену. Я как будто Халк. Сильный. Так. Черные точечки, черные точечки. Масло. Ножницы. Зачем мне? Я не понял. Ладно. Так, это мне походу что нужно нажимать. Ну, я говорю, это легко по сути. Это такие элементарные. Только вот было с вот этой херней сложно. Ну, как долго вот это понять. Так, 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 сюда, сюда и сюда. Так, нажать на него, окей. Так, он ко мне приплыл. Старичок. Тебе рот нужно расшить. Ух ты ж, ё-моё. Старые друзья. А, Декабин. Четвертая глава. Да, это что-то было очень изи, вот честно сказать вам. А, мне кажется, я где-то уже здесь... А, это этот, помните? Озеро, мы ж уже играли здесь. Давайте, короче, здесь тогда и остановимся. Ой, олень. Крутись, вертись. Hey, yo, guys, с вами Шимики. И я зашел, чтобы продолжить, и началась эта херовина. И да, мы продолжаем проходить игру в Cube Escapes Case 23. Ну, я думаю, меня будет просто пугать, да, звуками вот этими всем. Но он же меня убить не сможет, да, я надеюсь. Серьезно? Это нужно на... Серьезно, это на быстроту нужно делать? Ладно, поехали. Трубы, трубы, трубы. Это легко по трубам все делать.
Уже не очень легко, окей. Обманул вас, извините. Ой, ебаный олень. Большие сюда, нужно постоянно мелкие сюда. Ебать, оно начинается. Да поставься, ебаный, в рот. Бать, оно ж меня пугает. Это меня дерьмо пугает. Что делать? Ебучий олень, иди в сраку. Что я еще не сделал? Доски, доски, ну давай, открывай, открывай, открывай. Не похуй, открывай! Спички, спички, спички. Внутрь заходи. Красный, все, все. В срату пошел! Серьезно? Бэй, это сейчас серьезно. Это конец. Да. Короче, ребят, если вы видите то, что серия была немножко склеена, да? И то, что и вначале можно было казаться прощался. Еще в той серии, когда я в головоломках участвовал, я скорее всего объединю, потому что это что-то жесткое. Во-первых, здесь идет напряжение. Нужно на все тыкать. Это стрёмно. Ну все же ладно. Давайте прощаться, я думаю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых прохождений игр Cube Space. Всем пока.